Борецкое село, на шум веселья звонкий, спешили мы, Снегурочка и я, в предновогодний праздник возле елки сказать вам «Здравствуйте, друзья!» Открытие сельского клуба стало для Порецкого настоящим праздником. Нового сельского клуба здесь ждали 5 лет. В 2015 году местный клуб пришел в негодность, а в 2017 его разобрали из-за аварийного состояния. Новый очаг культуры построили в рамках нацпроекта «Культура». На его создание было направлено почти 33 миллиона рублей. В результате здесь появился многофункциональный сельский клуб. Здесь расположен музей Порецкого. Его история насчитывает 5 веков, а также зона для занятий с современным оборудованием и интерактивным доской. На ней в рамках визита Владимир Сипягин оставил послание сельчанам. Еще одним подарком жителям Порецкого стала уютная библиотека с местом для проведения кружков и трансформируемый зрительный зал. Он оснащен современным звуковым и световым оборудованием, которое позволит проводить здесь различные мероприятия. В день открытия гости смогли увидеть выступления местных творческих коллективов. Мы клонилось небо, запутало счастье, только наше лето ты в душе храни. Также в зрительном зале есть возможность для просмотра кинофильмов и театральных постановок. В ближайшее время здесь продолжится краеведческая работа. Идет набор в хоровые и танцевальные коллективы и в объединение рукоделия. В целом, появление клуба дало новый импульс развитию культурной жизни на селе. Хочется сказать, что вот такие центры являются точками развития для населения, которое здесь проживает. И для нас это очень важно, поскольку это новое качество жизни тех людей, которые увлекаются творчеством, увлекаются собственными инициативами, которые идут вперед. Власти региона надеются, новые возможности привлекут на село работников культуры. В следующем году им станет легче решить и жилищный вопрос. В регионе начнет работать региональная программа льготной ипотеки для работников муниципальных и областных учреждений культуры.